спасибо большое. А теперь я хочу сказать, что нам очень повезло, потому что вот у меня, лично у меня на кафедре работает не просто ветеран Великой Отечественной войны, не просто ровесник Октября, не просто профессор, хотя я думаю, что этого уже более чем достаточно, и можно еще долго перечислять его регалии, но я знаю, что самое главное его звание – это большой друг молодежи, потому что Яков Алексеевич Ланко продолжает работать со студентами, продолжает работать с нами, и то, что он рядом, дает нам, вы не представляете, какие силы для работы, для борьбы в наше нелегкое время. Яков Алексеевич, скажите нам, пожалуйста, несколько слов. Друзья, нас немного в этом большом зале, но, как говорили и во время все полководцы, да и во Вторую мировую войну, воюют не числом, а умением. Я думаю, что здесь собрались те, кто действительно понимает, что такое наш университет и что такое вообще университет в наше время. Какова связь искусства с другими науками, с другой областью деятельности интеллигенции? Ведь нельзя же оболванивать так народ, как попытались нас оболванить в годы так называемой катастрофы, когда искусство заменили неизвестно чем. Я когда смотрю на эстраду, я не знаю, чем поют там люди. Ногами или ушами скоро будут хлопать. Нельзя искусство так третировать. Это всегда скажется, очень тяжело скажется на развитии человеческого общества. Вот когда мы говорим о нашей войне, о нашей войне. Я родился в 1917 году, как Галина Николаевна, уже успел вам сообщить. И под Москвой оказался в сентябре, в первых числах сентября 1941 года. Наш аэродром располагался южнее Рыбинского водохранилища. Я служил в авиации дальнего действия. Тогда она так не называлась, а в конце войны она получила это наименование, а тогда просто была дальнебомбардировочная авиация в 40-й дивизии. 40-я дивизия вся легла под Москвой. Осталось несколько экипажей, да мы штабные работники. Я тогда еще был красноармейцем. Ну, поскольку у меня было высшее образование, меня взяли сразу же. По специальности я должен был работать в синоптической службе для ориентировки, для принятия решения командования, вылетать или не вылетать. Потом прилетела 26-я дивизия из Кавказа, и меня перебросили туда, в 26-ю дивизию. Это вторая дивизия, которая полностью была положена здесь, под Москвой. В январю у нас осталось 3 летных экипажа из дивизии. Вот что такое война была.